Я смотрю, у нас сейчас суточное среднее заболевание где-то 360-380 человек, да, хотя еще две недели назад это было порядка 500 человек. Это, наверное, подтверждает, что те меры ограничительные, которые были приняты, они хоть и крайне неудобны для всех нас, но тем не менее дают значительный положительный результат. И от них, очевидно, есть эффект. Я думаю, что пока говорить о послаблении этих мер рано, но при их соблюдении, при контроле за их соблюдением, да, при сохранении, а лучше даже при росте количества людей, которые провакцинируются, я думаю, что мы сможем довольно быстро приблизиться к нормальному состоянию, достичь коллективного иммунитета и вернуться к нормальному образу жизни.